Всем привет! Сегодня предлагаю вам совершить маленькое гастрономическое путешествие и приготовить вместе со мной европейское блюдо – пасту с морепродуктами. Для этого нам понадобится спагетти, мидии, креветки, томатная база, масло сливочное, петрушка, оливковое масло, лук репчатый, белое вино и чесночное масло. Основным ингредиентом является паста. Мы ее приготовили до состояния альденте. Нам нужно будет обжарить морепродукты. Для этого нам понадобится оливковое масло, небольшое количество репчатого лука уже нарезанного, соответственно, сами морепродукты. Воспользуемся сковородой, нальем масло, закидываем морепродукты одновременно. Для того, чтобы у нас не сгорел лук, мы используем белое вино. И закроем крышкой, чтобы мидии наши раскрылись. После чего, когда наши мидии раскрылись, мы добавляем томатную базу. Это помидоры пилати в собственном соку. И равномерно по всей сковородке распределяем. Я использую масло, чтобы чуть-чуть подтянуть соус и дать ему немножко сливочности. В это время мы уже нашу подготовленную пасту должны прогреть. Чесночное масло, чуть-чуть соли и дробленого перца. Буквально немножко сливочного масла, грамм, наверное, 20, не больше. Наш соус готов, морепродукты тоже приготовились. Соответственно, паста прогрелась. Мы не должны ее долго держать, а иначе она перейдет. И перемешиваем все до однородной массы, чтобы соус связался вместе с пастой. Посыпаем петрушку резаную и выкладываем саму пасту. За ней выкладываем все морепродукты. Мы украшаем крест-салат. Это называется афила гороха. Это побеги гороха молодого. На приготовление этого блюда у нас ушло 10 минут. Можем начинать наше гастрономическое путешествие. Бон аппетит!